Ladies and gentlemen, ただいまより第7試合を行います。青コーナー180センチ 91.3キロ、レディー赤コーナー186センチ 98キロ、ケビー・ガルシア。レフェリービッグジョン・マッカーティー。безумная сосредоточенность на лице Габи Гарсия. Ей действительно нужно доказать еще раз и заявить всему миру о том, что этот дебют выбран не случайно, что этот дебют случается именно здесь, и что она собирается сделать большой путь в мире ММА. Помощнее, безусловно, Гарсия выглядит. Леди Тапа слегка опасается свою оппонентку, и вот сейчас справа, слева пробивает, еще раз слева, хорошо! Поплыла Габи Гарсия, и Леди Тапа пытается добить соперницу. Точное попадание слева в челюсть было. Дикий взгляд совершенно у Гарсии. Да, поединок обещал быть вроде как скоротичным, но в другую сторону его зовет к себе. Но дело в том, что играть на публику — это вообще родная стихия Леди Тапы. Безусловно, она боец. Будет биться до последнего, об этом говорит и татуировка на ее руке, чисто танганская. Кстати, никакого отношения именно к миру регби она не имеет, хотя регбисты танганские тоже известны на весь мир. И вот сейчас уже работает Гарсия. И все-таки там близка к сенсации. Пауза, и выцеливает так издалека. Безусловно, преимущество антропометрических данных у Гарсии просто зашкаливающее. И в длине рук, и в росте в целом. Во всем есть преимущество. А вот вопрос функционала остается открытым. Здорово попадает Гарсия. Похоже, пришла она в себя после того удара слева. И не переходит в борьбу. Что удивительно. Вновь заряжается на левый боковой, может быть, прямой Леди Тапа, и опасается сближаться с соперницей. И тут серия из попаданий в исполнении Гарсии. Два раза справа, один раз слева, и продолжается атака. И, похоже, в смятении находится Тапа, но выходит из сложнейшей ситуации. А вот динамита у Габи не так много. И серийная она действует. Да, полностью оправилась она от того левого. И вообще приходилось ей, конечно же, за свою спортивную карьеру менять рисунок боя и рисунок поединка по его ходу. Но здесь она взяла себя в руки. Еще одно попадание. Здорово! Практически бэкфист, но обратной стороной ладони. Наносится удар, и на канвасе оказывается Леди Тапа. Идет серия добивающих ударов. Сейчас судья, скорее всего, вмешается. Все, поединок закончен. Чудо не случилось, хотя Леди Тапа была близка. Не успела она добить.